О проблемах высшей школы в Центральной научной библиотеке прошла встреча с известным ивановским писателем, доктором исторических наук Алексеем Федотовым. Здесь же автор представил свою новую книгу «Юниверсити». Ну, книга – это достаточно такая жесткая сатира, которая в то же время имеет глубокий философский подтекст. Она касается тех проблем, которые связаны с современной российской высшей школой. Это как своего рода катарсис, такое очищение, когда человек видит проблему со стороны, она не кажется ему уже такой страшной через это. И второй момент – это умение посмотреть со стороны тем, кто, может быть, в подобных проблемах создания принимает участие, для того, чтобы их не делать. Сегодня в литературной гостиной редакторы и все те, кто успел прочитать эту книгу, неустанно восхищаются языком повести и, конечно, философской составляющей. Сразу предупреждают, новинка не для юного читателя. Произведения Алексея Федотова всегда отличались глубиной. Автор пытается донести до читателя истинный смысл жизни, стремится показать правду на ошибках своих героев. Эта книжка в чем-то, конечно, реалистична. Вот сейчас, как профессор Океанский выступал, вот он говорил, во многом она и реалистична. И, в общем-то, эта книга являет стремление автора тоже какой-то свой вклад внести в нравственное улучшение нашего общества, нравственное состояние нашего общества. 5 экземпляров «Юниверсити» переданы Центральной научной библиотеке. Понять все тайны высшей школы и проникнуться необыкновенной атмосферой книги смогут все желающие. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.